пока музыканты готовятся, я хочу просто сказать несколько слов, что мне очень повезло. В 1978 году в Киеве на Украине проходила неделя дружбы Украина-Азербайджан. Я в то время был музыкальным руководителем оркестра палаты Бельбеляглы, и мы встретились с Вагифом в фойе гостиницы, познакомились, я был очень этому рад. А спустя несколько лет, в 1983 году, я играл уже на фестивале памяти Вагифа Мустафа Даде, у меня сохранился такой прекрасный диплом и такая керамическая тарелочка с портретом Вагифа. Вот, я очень рад был побывать, я и позже приезжал в Баку тоже, концерт выступал в филармонии. Сейчас вот у меня в классе искусства джазовой импровизации в Московской консерватории уже несколько лет учился, сейчас уже выпускник Риат Мамедов, он прекрасно сейчас уже выступает сам, сочиняет, чему я очень рад. Очень рад, что, что мне посчастливилось подружиться с прекрасными музыкантами из Баку. В этом оркестре, о котором я говорю, играли прекрасные музыканты. В то время в Москве было очень много музыкантов из Баку. Они играли на разных инструментах. Я также, мне счастливо познакомиться с Рафиком Бабаевым. Это был выдающийся абсолютно пианист на банкете. Фестиваля, я помню, мы сидели рядом, он рассказывал о гастролях с Дэйвитом по всему миру. Ну, мы готовы, и сейчас мы для вас сыграем очень такой нежный, прекрасный вальс. Теда Джонса, «A Child is Born», «Ребенок родился».